Возрождаем былые традиции. Активная молодежь Федерации профсоюзов Ульяновской области организовала туристический слет для работников предприятий. Местом проведения был выбран живописный Сенгилеевский район. Надеемся, что благодаря очень хорошо выбранному удачному месту, хорошей погоде, настроению участников, все у нас должно получиться. И соревнования по туризму, и отдых, и общение, и самое главное, единство, солидарность, сплоченность наших команд. И все получилось. На двухдневный слет приехали с семьями, поэтому атмосфера была душевная и теплая. Среди участников – молодежь Всероссийского электропрофсоюза, городской теплосети, механического завода, УЛГТУ, НПО «Марс», УКБП и Почты России. Жили в палатках, по вечерам пели песни у костра, а днем всех ждала активная программа. Все мы трудимся, как пони, каждый день 5 дней в неделю, в выходные еще дача, как же все мне надоели. Теща, дом, работа, дети, а надоело мне потрачить. На профсоюзный слет поедем по путевке по горящей. Первое испытание творческое. Участники должны были подготовить домашнее задание и представить на суд жюри. Ребята пели песни, танцевали и даже играли КВН. Дальше молодые работники показывали силу и ловкость на веревочной трассе и водной трассе на саббордах. По итогам всех конкурсов первое место взяли ребята Ульяновского механического завода, серебро у НПО «Марс», третьими стали работники политеха. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.